16 марта в Большом зале Ленинского мемориала состоялся концерт молодого пианиста, лауреата российских и международных конкурсов Олега Акуратова. Лишенный зрения с рождения, он смог добиться больших успехов благодаря целеустремленности, умению работать, огромному таланту и любви к музыке. А для меня музыка – это искусство, это мой язык, потому что я этим занимаюсь, я этим дорожу, и я очень рад, что я стал музыкантом, потому что мне это очень нравится, и я очень люблю играть с такими выдающимися музыкантами мира, высочайшие, конечно, люди вот, широкого класса, высокого. Что музыка – это мой язык, это мое чувство, это то, все то, чем я живу. Необыкновенный музыкальный дар Олега Акуратова обнаружился в 4-летнем возрасте, когда он стал подбирать на пианино все прозвучавшие по радио мелодии. Родители отдали его в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей в Армавире. Позже Олег поступил в Московский государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, а затем в Институт музыки Московского университета культуры и искусства. Но жить в столице ему было трудно, и он продолжил свое образование в Ростове. В этом году Олег заканчивает аспирантуру. Впереди многочисленные гастроли, сотрудничество с хорошими джазовыми музыкантами, в том числе с Игорем Бутманом. В Ульяновске в первом отделении Олег Акуратов исполнил сонату номер 21 Людвига ван Бетховена, ноктюрн и полонез Фредерика Шопена, март из цикла «Времена года» Петра Чайковского. Во втором отделении прозвучали джазовые импровизации. Кроме того, Олег Акуратов еще и пел. Ульяновская публика была в восторге от его выступления. Несколько раз просила музыканта повторить номера на бис. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.